Итак, мы продолжаем. Загружаем 8-ю игру. И сейчас у меня будет опять дезориентир, потому что все будет казаться очень быстрым. Потому что тут остается всего ничего. А после, как мы закончили в прошлый раз, у меня тут день не было, поэтому оклёмываться заново это всегда тяжело. Так. Можешь это... Ты идишь ты. Так. Да, а чё как мало? Лишние ребра. Просто подозрительно как-то. Что-то так всего много. Что ж это? Ты бежишь в хирургию, надеюсь? Какой ты молодец. Так, а сколько у нас осталось? Сейчас моя математика. 150, что ли? Подожди. Сколько? 300. Ну, да. Так, что у нас тут по исследованиям? Готово, готово. Ну, видимо. Так. Я еще предлагаю... Так, предлагаю это все убрать. Врач, пройдите в кабинет УЗИ. Врач-психиатр, пройдите на свое рабочее место. Хирурги, пройдите в операционную. Блин. Это я забыла сделать. Черт, сейчас. Сейчас верну. Где это? Врач-психиатр, пройдите на свое рабочее место. Скелет, растение, обогреватель. Двое из двух. Просто я хочу им туалет еще сделать. Думаю, вещь нужная.
Что у нас тут? Давайте все сюда, да? Приложение. Просим прощения за свинар. Все-таки надо сделать, как бы я не хотела. Пусть будет так. Все-таки я его заменю сейчас. Кардиология. И там... Так, заодно вас всех помечу. Уже двое сюда пришло. Так, а там я хочу заменить. Блин, а как тут заменишь, когда они все тут? Врачи ждут в кабинете кардиологии. Медсестра, пройдите в кабинет фармакологии. Врач, срочно пройдите в кабинет терапевта. Извини, конечно, сейчас я заменю томографию. Урна, растение, обогреватель. Так. Рентген тоже заменю. От греха подальше. Так.
Так. Так, тут все. Тут все. Легкие больные, пожалуйста, пропустите тяжелых вперед. Медсестра, пройдите в кабинет фармакологии. Медсестра, пройдите в клинику перелом. Так, она их помечает. Врач, пройдите в кабинет УЗИ. Так, чё? Не лучшее место для бедного больного. Ну да. Извините. Так. Как вас много-то появилось. Так, и сколько их тут уже? 130 еще. Кейса 30. Сюда, что ли? А чё, как много-то? Блин, все-таки добилась штрафа, охренеть. Все ж так хорошо шло. Так, ладно. Смысла нет за ними всеми следить, так. Так, может тут тоже заменить? Так, давай ты пока тут отдохнешь. И я тут. Где она тут? Операционная.
на растение обогреватель. Давай. Прибежал. Это хорошо. Сколько набежало? 400. Медсестра, пройдите в кабинет фармакологии. В кабинете анализа крови нет врача. Врача ждут в кабинете кардиологии. Медсестра, пройдите в палату. Вот проблема теперь деньги раздобыть, которых надо немало. Эпидемии. Ну, вперед из песни. Врач, пройдите в кабинет эпиляции. Медсестра, пройдите в палату. В кабинет томографии срочно требуется врач. Медсестра, пройдите в кабинет фармакологии. Так, где их всех искать? Так. Врач, пройдите в кабинет УЗИ. Медсестра, пройдите в кабинет фармакологии. Врач, идите живи. А чё я их как не могу это? Медсестра, пройдите в кабинет фармакологии. Нужно починить поглотитель желе. Медсестра, пройдите в палату. В деконтаминационном кабинете нет врача. Медсестра, пройдите в кабинет фармакологии. Хирурги, пройдите в операционную. В рентгеновском кабинете нет врача. Так. Что мечешься ты? Кабинет томографии срочно требуется врач. Врач-психиатр, пройдите на свое рабочее место.
Так, где у нас все эти наболевшие-то? Мы даже штраф не получим? Срочно, да ладно. Возможно. Нет, все-таки один есть. Черт. Врач, пройдите в волосовосстановительный кабинет. Врача ждут в кабинете кардиологии. Так, ну по деньгам почти половина, что очень мало. Эпидемия побеждена. Так. Да блин. В рентгеновском кабинете нет врача. Врач-психиатр, пройдите на свое рабочее место. Все ж хорошо было. Врач, срочно пройдите в кабинет терапевта. Не пог... Врач-психиатр, пройдите на свое рабочее место. Я эпилятор лучше заменю. Так, и чё? Сколько осталось? 50 фактически. Ну, конечно, жестко за таким количеством техники следить, это очень тяжело. Но... Вот по деньгам что-то как-то грустно пока что. А тут что предлагаешь? Давай. О, доска почета, счет в банке, зарплата, благополучные исходы, летальные исходы на втором месте. Там кто-то, ух, 32. Посетителей больше всего, стоимость больницы больше всего. И намного, я бы сказал.
И, конечно же, ни одной из медсестры нет. Серьезно. Ну чё ты метаешься, ну? Врач, вас ждут в клинике Желе. Клиника Желе, блин. Это звучит прям, как будто из них вот действительно желе какое-то делают. Тут так, ну по пациентам-то все хорошо, по деньгам не очень. Пройдите в кабинет УЗИ. Так. Так, последний, да? Вопрос. Каким образом это произошло, скажите мне? Все ж хорошо было. Окей. Он не дошел, что ли? Как же вы задрались со своей эпидемией просто? Почему мне писать нужно, когда я записываю? Объясните мне. Я, конечно, ничего против не имею, но это уже просто за гранью. Второй день подряд, причем. А Steam мне не хочется врубать. Вот эти доктора, которые ходят и не знают, куда им деться. Вообще, диво даешься просто. А сюда, кстати, что-то перестали ходить. Ты не знаешь, чем заняться, да? Я вижу. А, поняла. Поняла. Чем они занимаются? Срочно пройдите в кабинет терапевта.
Ты куда-то идешь или просто? Какой ужас, конечно. Кабинет томографии срочно требуется врач. Медсестра, пройдите в клинику перелом. Хирурги, пройдите в операционную. Да какой аппарат, а? Я за всем слежу. Ты издеваешься, что ли? Вот эпидемии вот на последних уровнях — это просто ужас. То есть я не понимаю, в каких случаях почему-то все нормально, а в каких-то случаях вот они давят ими и все. Это жесть просто. Мышь. Где мышь? А ты серьезно? Это жесть полнейшая. Блин, почему его нельзя просто отправить вылечиться и все? Вот из-за них вот ты должна... Иди отсюда. Вот некоторых можно, а некоторых нельзя. Осталось 200 тысяч накопить. Это самое, по-моему, тяжелое. Сейчас куда-нибудь пристрою. Так.
Блин, дайте мне какое-нибудь прибыльное дело, чтоб мне деньги поднять. Иди в задницу своими обороками. Этим холодно вечно. Хотя это больные, как бы, но... Чему? А чё там улучшать? Там уже улучшать-то нечего. Наконец-то. Да что с тобой не так? Так, а что ты предлагаешь? Когда она говорит внимание, почему они в нее идут? То есть они прутся в другую. Куда бежишь? Операционную? Нет, не операционную. Извини, конечно. Куда идешь? Сюда же. Давайте, давайте. Кабинет томографии срочно требуется врач. Сколько мы уже вылечили? 540. Кстати. Не, ну. Блин, опять не успеем, что ли? Да что ж такое-то? Черт. Типа...
Ну, блин. Дайте мне зарплату. Почему персонал такой дебил? Почему персонал такой дебил? Так, ты куда? Сюда? Я думаю, что купить анализ крови. Анализ крови, так. Прекрасная больница. А где все врачи? То есть... Что с мышью? Куда вы претесь? Чудо персонал просто.
сюда прёшься так. Как же денег накопить-то сложно, ужас-то какой. Так, 400, почти 1000. Эпидемия. Ну, чтобы бы не испортить мне всю малину эпидемии-то. Так, ищем этих эпидемистов. Может, тебе сразу... послать куда-нибудь. Кида. И там исходы. На втором месте. Ты идешь сюда, надеюсь? Нет, не сюда. Блин, эти все врачи-то, господи. Что ж вы такие дуры? Это хорошо. Что у нас тут? Зря построила, что ли? Все видимости, да. Да блин. Зачем ты мучаешься-то? Бедняжка. Так. А чё вы туда не идете? То есть тут еще ведь есть это. И ты такой же, что ли? Ну серьезно? Иди сюда. Здесь отдыхательная.
Серьезное обучение, это которые... А, которые с душем. Ой, давай попробуем, господи. Только сначала я заменю. Подожди. Сейчас все будет, подожди. Да блин, не то. Морозит чуть-чуть. Так, я даже штрафу не получила, обалдеть. Сидеть. Давай, давай, давай. Сейчас они через всю Ивановскую еще будут переться. Хотя нет, смотри-ка. Конечно, на всем далеко располагается. Ух ты ж. Так, ну скоро наберем. Всех не успеем, наверное. Иди отсюда. Кабинет командора срочно требуется врач. Врача ждут в кабинете кардиологии. В кабинете анализа крови нет врача. В рентгеновском кабинете нет врача. Ты сюда идешь? Пройдите в полосовосстановительный кабинет. В принципе, это победа, но мало ли. Они успевают ее ломать. Хирурги, пройдите в операционную. Мышь.
Ты можешь ходить как нормально будешь, нет? Повысьте меня уже. Медсестра, пройдите в палату. Ну просто посмотрите, показатели просто обалдеть. А вот, кстати, вот это вот что значит? 65? В смысле? А, я уже и так, типа, переработал. Консультантом. Иди. Отдыхай. Ну давай, ну что такое? Врач-психиатр, пройдите на свое рабочее место. Медсестра, пройдите в палату. Просим прощения за свинар. Это же 100% победа. Давайте. Я, если честно, думал, что уже никогда не пройду. Дорогой Кида, министерство приятно удивлено тем, как вы руководите своей больницей. Вас влюблены все наши секретарши и даже некоторые чиновники. Нам кажется, что вашим уникальным способностям нужно найти более достойное применение. Итак, зарплата в новом месте будет составлять 520 234 доллара. Ждем вашего ответа. Согласны ли вы работать в больнице города Остов на кону? Ну, как же без этого? Я уже привыкла к этому.
Это задание самое трудное всех, что может придумать Министерство здравоохранения. Если справитесь, значит, круче вас только, значит... Короче, опять... Мышатин. Ой, да я лучше Шмышатин, господи. Этот уровень был адом просто. С третьего раза его... В принципе, идеально его сделать. Насколько можно. Мыши, 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 мыши. Постреляем, постреляем мышей. Кстати, не знаю, почему меня сюда откидывает почти каждый уровень. Я когда играла в первый раз и проходила ее полностью, меня выкинуло сюда лишь, может быть, раз. Все. Почему так происходит, непонятно. Мыши, иди сюда. Ты что-то я кашу. Ну, давайте, давайте. Давайте. Записываю, мне позвонить хотят, в стиме написать, еще полдороги. В обычное время никогда. Просто никогда. Закон подлости работает всегда. Будь моя воля, я вообще выключала телефон намертво. Но дело в том, что у меня телефон как модем работает. Этих крыс еще во время. Ну да, это предпоследний, что ли. Так, не знаю, как она быстро сохранятся. Так, черепашья. Скорость игры черепашья. Сохранить. Да, давай еще на всякий случай. Ой, тут уже 70 дается. Что за издевательство? Ну почему сейчас мне надо звонить?
Так, я, конечно же, отвечать не буду. Так, 400. Так, что я хотела посмотреть? Так, кинотерапевт Боря Вася. Так, отвлекает меня. Ух ты ж. Прикольно. То есть вот здесь вот два входа. Бери себе любой. Я предполагаю, наверное, вот тут надо, потому что вот здесь вот, вот эта вот штука. Давайте же посмотрим, что у нас тут. Тут ничего не поменялось. Странно. Я почему-то думала, что с каких-то моментов там добавляться что-то должно уже сразу. А ну нет. Ну, собственно, мы наконец-то прошли этот несчастный 10 уровень. Этот, я как понимаю, предпоследний. Вроде как. Их всего 12. Мы молодцы. Мы молодцы. Поздравьте нас. На-на-на-на-на. Итак, с вами был Ани Шепард. Всем пока. До следующей серии. До следующего уровня. Всем пока.